Всем доброе утро. Сегодня у нас замечательный денек. У меня, кроме того, нет температуры сегодня. Все вроде как нормально себя ощущаю. Голос, правда, по-прежнему как бы чуть-чуть не мой. Даже я бы сказал, вообще не мой. Ну, решил пойти погуляться к морю. Подышать немножко воздухом. Потому что сидеть в заперти тоже, наверное, не очень хорошая идея. Надо ходить. Дышать. Поэтому прогуляемся слегка вот в море, да я засиживаться не буду, вдруг ангина действительно, или я не знаю что там. Но Басков, видите, у меня опять такой, в общем, можно сниматься в фильмах ужасов. Вообще пусто. Хотя нет, машинки есть еще. И ближе к морю наблюдаются люди. Больше никого, ни души. Все, весь эпицентр. Либо в центре, точнее, жизнь вся происходит либо в центре, либо вот на берегу моря. А самой Ковараж людей очень мало ходит. Ну, разве только что в больнице, вот так вот. Но в то же время вот ходят. О, наблюдаю в море, у нас что-то там такое происходит. Какие-то суда. Где-то там далеко. Вижу. Идемте посмотрим. Что там такое? Заросли укропа. Так, Дарья, ну не буду передавать привет Дарье. Точнее, от вас могу передать привет, не буду подходить на всякий случай. Разговариваю, видите, как в духе больной чем. Смотрите, что у нас тут творится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь корабликов, ребят. Это что у нас сегодня? Это вот пара кораблей. Я не знаю, как вам видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь кораблей. На что? Хотят захватить в плен. Да нет, это не такие суда. Я бы подумал, что это трубоукладчик. Там какая-то что-то за ним тянется. Наверное, сети какие-то. Может, рыбы так ловят. Активно, прикольно. Народа на море стало побольше. Все отдыхают, наблюдают. Так, учитывая, что я хриплю, лучше не буду подходить никому. Мало ли. Сложно. Ну, такой вот у нас парад судов сегодня. Не знаю, наверное, не очень хорошо будет видно. Но, тем не менее, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да. Я никогда не думал, что у нас так много рыбы здесь. Явно, что это не военные суда. Гранаты. Народ вывалил здесь на берег, ну не весь, естественно, но много. Много людей. Даже какую-то лодочку маленькую видно вывезли. Все снимают, все это интересуются. У нас там парад сегодня какой-то военно-морской. Как фитрый прям походит. Погодка замечательная, многие пришли греться на солнышке, я думаю, можно было бы даже поплавать. Кстати, я сейчас попробую переключиться в ближний режим, может быть, вам будет видно получше. Не знаю, включиться, что далековато они. А вот джип может, в принципе, и подлететь поближе, метров на 50. Может быть, будет даже и прикольно. Море вот у нас сегодня такое. Людей здесь даже полно. Жизнь, как говорится, налаживается. Смотрите, сколько пацанят всяких разных тут семьями пришли.
Так, я, пожалуй, заберусь наверх, а может быть, даже мы с вами полетаем. Слушайте, прям лето, просто лето. Вот кто поступил уже, как говорится, в нечто. Так, они что, уходят, что ли? Надо поторопиться. Надо поторопиться. Залезть наверх. Вы позволите? Спасибо. Все, я наверху. Ох, кто-то для меня стульчик поставил. Вот кораблик движется. Такая ситуация прямо сейчас на пляже. Ну а я попробую полетать, ребятки. Полетать. Всем пока.